Молодцы. Вот перед нами на берег выходят чертили, и
Мы с моим мужем Шабхану уже давно молим Господа, чтобы Он послал нам божественного ребенка. Но мы уже не молоды, а детей у нас пока еще нет. Великие брахманы советовали нам отправиться на великие моды и просить священную реку нам помочь. Хуй Мама Мата, прими наши поклоны, помоги нам, пошли нам божественного ребенка. Что за ослепительное сияние я вижу там вдали? О, это прекрасный золотой лотос. И пошли молиться. И река зазвучала. Прекрасный золотой лотос появился на реке. Река поднялись волны. Включился Млечный Путь. Волны замерли, замерли, стали вместе покачиваться. Зазвучало. Вот он, маленький девочек.
скажет, стихает. Даже не стихает. Но счастливые родители Киртида выходят. Выходят полуночи к зрителям в лицо, берут микрофон, громко говорят. Шухана, посмотрите, Калимана подарила нам дочь. Она затмит своей красотой и красою всего мира. Но посмотрите, свои глаза она не открывает, и руки ее зажаты в кулачки. Похоже, что она слепа от рождения. Но почему? Будем молиться Господу. Все на свете в его руках. Рассказчик берет микрофон. Начали молиться родители. Далеко не уходили. Что ж уходить, красавица, доченька. И тут закружился вихрь. Баджан пока стих. Река тоже замерла. В ожидании Баджан стих, но не ушел. Река замерла в ожидании. Прикрылась это. Что греху видно было. И тут вылетел. Кто это? Вылетай. Кто это? О, летит невидимо. Кто это такой? Это народа Муни. На тебе микрофон будешь передавать. Я летел на метеоре. Летал мимо земли и услышал, что здесь родилась девушка Розарани. Дайте микрофон. Но эта девочка слепа от рождения. Свои глаза она держит закрытыми. Красавчик сейчас поможет. Народа Муни такой закружился, стремительно, да, и говорит, я понял, что это явилось, да? Не скажу, говорит, кто, видите, молчит, не скажу, говорит, кто, но я знаю, как вам победить не дух, да? Расскажи, как? Надо позвать в гости Кришну. И всех-всех гостей посоветовал привести церемонию. Хорошо, великий жрец, мы так сделаем. Сказал народу Муни и улетел. А Киртида, Вришишка и Шархану стали созывать всех гостей. Тримол кричал, тримол! Птица разлетелась по всем. И выстроились в ряд. Все гости сели, чтобы Ришахану с Киртидой, с доченькой, сели в своем доме, не в его границе, как в Штатах. Вы там на зеленом живете, да. Так. Ришахану немножко подальше сел, а Ришахану немножко поближе, чтобы вот так, молодцы. Реку сейчас опустили. Опустили сейчас реку, и вдоль реки зазвучал баджан наш, зазвучал, только уже повеселее зазвучал, да? И стали вот так по петельке, по дорожке выходить гости, кланяться, вручать подарки и возвращаться за свою реку. Сейчас зазвучит баджан, и пойдем дальше, ленинка ваша. Ты моя,
передаю микрофон. Здравствуйте, мальчик, танцевать, я тоже буду танцевать, да, пожалуйста.
накладочка. Я вот тоже расчувствовала, потому что нужно прочитать по команде, по поддержке нашего служения. Христос что говорит? Ему так дорого наши усилия, да? В самой безнадежной ситуации, когда мы служим, вот тогда-то самая сладость, согласитесь, когда ничего не получается, да? А мы прикладываем усилия. Давайте приложим усилия и развеселимся все вместе. Надо же нам порадоваться. Давайте порадуемся, да? И Шримати Радхарани порадуем. Давайте, да, будем танцевать. Сейчас они нам будут показывать движение, а мы будем пританцовывать. Я бы тоже тренировалась, но плохо получается. Я знаю, лишь привет, я же старалась. Давайте. Включайтесь. Музыка звучит. Я знаю.